первом кадре то, что мы имеем на 5 июля. Это фундамент на девичьей заставе, здание 5 на 12. Сейчас в кадре карьер, который я обнаружил у себя в родовом поместье. Здесь прекрасный песок, это большой подарок. Правда, прошло 15 лет, я его так ждал, но зато теперь он у меня есть. И мы вот с этого карьера возим песок, отсыпали площадку 5 на 12, ну на самом деле шире. И теперь там по зыбучим грунтам очень хорошая песочная отсыпка. Все это давалось очень тяжело. Насекомые, жара, вот в автомобиле все эти переезды. Правда, прямо вот давление, хоть мы здоровые мужики, но все равно каждый день такие тренировочки. Ну, мы ради здоровья, мы готовы были на это идти. Потому так долго вестей и не было, что фундамент это самое трудоемкое. Оно больше всего времени занимает. Ну, надеюсь, что сейчас уже пойдет быстрее. Сейчас мы подойдем к очень загадочным манипуляциям, вообще совершенно непонятным. Вы ничего не поймете, как это можно так? Мы для чего? Вот особенно те, кто деньгами скидывались, кто нам финансово помогал. Во что мы отправили там свои 1000 рублей? Что это будет? Разве можно? Верните все обратно. Так вот, вот эта белая тряпочка, это опалубка под будущую ленту. Да, такой вот ленточный фундамент. А вот это наша бетономешалка. На сухую перемешиваем песок с цементом. Я понимаю, что все непонятно, но технология известна, отработана. И у меня даже кухня стоит на таком фундаменте. Сильно не переживайте. Вот мы все замешали и будем наполнять рукав. Ну, как мы его наполняем, это уже в каких-то следующих кадрах. Хотя у меня на YouTube есть 3 ролика про вот такого типа фундаменте. Это я показываю материал, который мы завезли. Фундамент будет утепленный. Много цемента, 20 мешков. Материалы на фундамент для девичьей карельской заставы. Большая часть суммы собрана с помощью народного финансирования. Всех, кто участвовал, всех благодарю.